Здравствуйте! Меня зовут Аркадий Баиров. Я арт-терапевт центра Бьер-Давид. Также я папа ребенка с диагнозом аутизм. На своих уроках я обучаю родителей и детей рисовать и лепить, а также взаимодействовать на разных уровнях. Одним из терапевтических направлений может быть совместный проект. Проект – это спланированная совместная деятельность, имеющая свои последовательные этапы, время их исполнения и конкретный осязаемый результат. Созидание – это очень важный терапевтический процесс, позволяющий ребенку почувствовать себя полноценным участником в появлении чего-то важного в мире. Кроме приобретения новых двигательных навыков, ребенок получает массу хороших впечатлений от осознания важности своего вклада в жизнь семьи, что, несомненно, помогает ему формироваться как полноценная личность в обществе. Осуществляя свой проект, ребенок обучается выбору цели. Если он не может участвовать в обсуждениях, хорошо, чтобы он видел, как его близкие обсуждают и решают, что сейчас именно это важно и нужно. Таким образом, он обучается планированию процесса. Здесь будет здорово, если каждый этап будет прописан или отрисован. Ребенку нужно показать время, отведенное на каждый этап, а также время достижения окончательного результата. Одним из последних долгосрочных проектов нашей семьи – это вырастить плодоносящее дерево авокадо из косточки. Сперва мы обсудили с детьми такую возможность. Посмотрели в Ютубе ролики людей, у которых это уже получилось. Составили и отрисовали план действий. Посмотрели и обговорили в деталях все этапы осуществления нашей идеи. Посмотрели на календаре возможное время исполнения. Торжественно съели авокадо и началось. Важно, чтобы результат был действительно нужным и полезным окружению. Хорошо, чтобы у ребенка осталось положительное впечатление от процесса и результата. Положительное впечатление – самый главный стимул для того, чтобы у ребенка возникло желание повторять этот опыт. Наилучших результатов от любых процессов реабилитации вы сможете получить после получения комплекса терапий в нашем центре. Давайте вместе сделаем наших детей здоровыми.